они такие вот, их вот просто не поднять руками. Они вот любят голову, а если пока поднимешь. А, нет, это бронза. Бронза подкрашена так. Это тоже как памятник, памятник коврику. Есть образ такой, вроде как ткань, да, на которой исчезает, ветшает, вот там лежит коврик весь изношенный, а здесь он уже навечный. Кажется, это готовый макет Санкт-Петербурга. Да, можно. Можно, но затопчет все эти, конечно. Можно. Зачем? Да? Но мне кажется, что вот она лежит так, и ты смотришь, и даже не понимаешь, что это такое. И в этом есть момент такой, такого, вдруг кто-то понимает, что это не совсем коврик, а это что-то другое, и что это бронза, и в этом как бы тайна какая-то открывается. А так, ну это вообще, это игры, современное искусство, оно любит играть такими обманками. Что-нибудь возьмет, придумает что-нибудь такое, что... Но здесь у меня не просто обманка, а у меня еще какой-то здесь смысл такой, что это коврик матери я взял, вот один к одному там его раскрасил, вроде как перевел его в вечный материал такой. Но это не обязательно тоже. Вот. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, спасибо.